Hey, yo, guys, с вами Шумки, и сегодня мы поиграем в игруху, которая называется Steam World Dig. Ну что, поехали. Ячейка А. Есть еще вторая сразу часть, поэтому мы ее тоже с вами пройдем, когда пройдем первую. Игра довольно недолгая. Ну, только нам придется часто возвращаться обратно, на самом деле. Уф. Так, тут только кнопки, да, надо? Тем же путем мне назад не выбраться. Назад мне это затупнуло, или часто шахты моего дяди. Нужно лишь немного стены покрасить. Лучше раздавлять местность. Так. Местность, прежде чем погасать свет. Ага, стоп. Давайте я лучше буду нормально читать. Эй, ты что делаешь? Из-за тебя тут обвал произошел. Извините, мисс. Мой дядя прислал мне дарственную на эту шахту. Я как раз шел в Тамблот, чтобы выяснить, что это значит, и внезапно провалился сюда. Смотрите, за первую часть мы играем за этого робота, а вторую часть мы играем за телочку. Ох, за Дороти. Дороти. Почему не Дороти? Ладно, ох, значит, ты племянник Джо? Он давно не возвращался. Я здесь собираюсь остатки руды, и я только что нашла его. Жалею. Иди взгляни на него сам. Так. Играем мы стрелочками. Я вижу внизу пламя. Как я... Ах ты ж, ё-моё. Я... Так, подожду здесь и попытаюсь найти выход. Двойного прыжка у нас нету. Ах ты. Ну, здравствуй, дядя. Извини, что не успел повидаться. Ты всегда говорил, что мы с тобой так похожи. Все-таки я не могу понять, почему ты мне не прислал дарственное. Я ведь не рудокоп. Ах, не хочу мародерствовать. Я лишь одолжу твою кирку, чтобы выбраться из этой западни. Но пока диалог, я вижу, у нас с вами не заканчивается топливо. Это, походу, цвет. Да, мы с вами что, на энергии какой-то? Или это мы выделяем свет, чтобы не было темно? ХП у нас есть сбоку. Получен предмет вторая кирка. А, копать. Ага, это, короче, кнопочка, я понял. Ну, в принципе, да, мы выделяем свет. Смотри, ты нашел кирку? А, смотрю, ты нашел кирку. Ты с ней как настоящий рудокоп. Это хорошо. Рычаг, который открывает выход, засыпан как... Так, когда ты свалился сюда. Чтобы добраться до него, тебе придется прорыть тоннель вниз. Давайте лучше так, я думаю, копать. Хорошая мысль ли ломать? Так, а камни падают эти? Ну, пока что не падают. Опа, мы можем отскакивать от этих, тогда у нас нет проблем. Я только волнуюсь, то, что у нас заканчивается топливо. Так, то добы жизни. Да, то, что мы можем, типа, отскакивать, это хорошо. Я думал, типа, двойной прыжок нужен. Ну и так, в принципе, нормально. Так, фулл жизни. Архея. Ага, ну да, на солнце мы пополняем себе энергию. Внизу у нас деньги, инвентарь на 3 слота. Что у нас вообще тут есть?
Так, это у нас выход, да? Салон. Алола. Привет, видеть новое лицо в городе, особенно такое симпатичное. У нас тут гостей мало бывает, но народ предпочитает двигаться в другое направление. Итак, ты наш новый рудокоп. Жаль, что старый Джо покинул нас. Он уже давно выглядел нездоровым. Ты тихий парень. Как и он. Я погляжу. Тогда я буду говорить. Приятно видеть новое лицо. А, это было все. Так, магазин, ну это понятно. Прокачка деталей. Ну, давайте тогда сюда. Друзья, она вызывает меня Хэнк или Скряга. Ты можешь звать меня мистер Макс Скряг. Тебе понадобится кирка получше. А у нас как раз ресурсы кончились. Шахта ведь была закрыта. Ты копаешь как профессионал. Поскольку ты новый владелец шахты, возможно, тебе стоит продолжить разрабатывать ее. Приноси свои найденные руды мне, и я буду платить за нее хорошие деньги. Этому городу руда пригодится. Кстати, меня зовут Дороти. Теперь попробуем добыть немного драгоценных камней. Так, добыть руду. Хорошо, полетели. Ну, сразу же ее видно. А у нас, видите, есть определенное количество той руды, которую мы можем с вами брать. Все, видите, типа, и за эту руду мы только единичку получаем. Так, туда, значит, уже больше не... Ага, эта руда не ломается. Что за фигня? Я его убить не могу. Так, а если тебя на один блок посажу? Ага, нормально все. Ну, чисто на одном блоке. У меня очень быстро топливо сжирается. Очень быстро сжирается топливо. Ах ты ж ё-мать, теперь я там, да, не подкопаю. Ну ладно. В прыжке тоже не могу копать. Я могу их заранее убивать. Так, это хорошая вещь. Типа, чтобы не распространялись, я понял. Ну, погнали, продадим руду. Кажется, у тебя начинается получаться. Иди поври с моим папой в магазине роботов. Он починит твою кирку, чтобы ты смог копать еще глубже. Ну, ему обязательно знать, чтобы встретиться... Так. Но мне обязательно знать, чтобы... Что мы с тобой встретились в шахте. Хорошо. Ага, то есть открыт так. Острый что-то там. За прокачку мы получаем с вами это. А прокачка это мы когда даем руду. Теперь у меня есть с чем работать. Чего тебе? Так, я наточу твою кирку так, что она может добить более твердые породы. Угу. Практическая вещь для получения ситуации. Так, ставь их друг на друга, чтобы выбраться из сложных передряг. Скрипун. Плюс 2 повреждает почву. По крайней мере, она крепче, чем твоя. Иначе она сможет добивать более твердые породы.
В принципе, я думаю, это хорошая идея, и мне лучше желательно закупиться. Давайте, да. А у меня денег-то нету. А, ну да. Эта кикра позволит тебе долбить более твердую глубинную породу. Когда я искала руду, я кое-что еще нашла в пещере. Возможно, тебе стоит в нее заглянуть. Джо оставил тут так, разные штуки. Однако, будь осторожен. Подземные твари ведут себя особенно злобно с тех пор, как он пропал без вести. Так, ладно, с тобой мне не поговорить. А, да, видите, второй слой, типа, это у нас, типа, где точечка, я понял. Ладно. О, так я, смотрите, уже ваншочу эту землю. Ну да, нашли намного больше. Ух, сразу. Давайте вот так, короче, копать. А, не, я все-таки их могу убивать. Да, я все-таки их могу убивать. Тогда все нормально. А, тут я просрался, да, немного? Все, да. А могу ли потом прийти за добычей? Подождите. А, нет, самоуничтожиться не надо. Так, ну это 6. Я их полностью выкидываю. Ладно. Погнали, продадим. Так, если шахта заработает, она сильно поможет городу. Не, мне нужны деньги, извини. О, новый уровень. Средний рюкзак. Открытое улучшение лампа. Это очень хорошо, тихо. Не могу отложить бомб... Так. Не могу... Оттяпал бомж, когда я ремонтировал старую пневматическую... Так, в туннеле. Думаю, я могу выпредить тебе новую, но... Сапожник всегда без сапог, как говорится, у меня на родине. Как бы то ни было, мы шахтерский город. Без шахты тут никакой жизни не будет. Чего тебе? Так, не забудь восстановить здоровье. Хорошо. Ух ты, лампа. С помощью этих ламп можно отвести какое-нибудь важное место. Отметить. Где бы ламп? Я эти купил. Подожди. Давайте, наверное, сначала купим средний рюкзак. Ну, это чисто хил, да? Да. Да, я думаю, типа, куплю одну лестницу. Ну, тут самое важное, это сейчас рюкзак. Рядом видеть новое лицо. Что-то больше нельзя с ним ничего такого делать. Плохо то, что я не могу в прыжке атаковать. Так, то, что у меня рюкзак большой, это хорошо. Так, мне бы немного повыше взять. Сразу этих уничтожать. Ай-яй. Выше берем. Берем немного выше. Готово. Давайте я, наверное, быстренько вернусь. Значит, я же этих всех могу убивать, поэтому это нет проблем.
Так, это плюс 10. Давайте сразу лестницы докуплю. Сразу докупим лестницы, погнали далее. Посмотрите, у нас уже, в принципе, первый слой изучен, так? То есть, тут об этом, а в нем уже можно забыть. А, интересно, я от высоты умираю? Ну, тут тоже такой вопросик. Так, ну это, походу, падает. А, нет. Хотя... Это сейчас было неприятно. Она руды ломает. И она плюс крошит. Я понял. Найс. Не очень хорошие камнишки. Но главное, что я их запомнил. Значит, короче, где там изображены камни, это значит, есть шансы выбить той или иной камень. Опа. Какой-то проход. Так, там, кажется, ничего нету. Ладно, тогда в эту сторону. Так, медь. Видите, единственное то, что нам придется, это часто выходить на поверхность, чтобы чисто восполнить свою энергию. Ой, я муха сайм. А хотя, это скорее всего, знаете, мы с вами это... Не умрем. Но у нас просто не будет света, мы не будем видеть, что типа за камнями. Я сейчас вот это понял. Нам чисто свет нужен для того, чтобы видеть. Что-то, чтобы зря не копать лишнее. Давайте чисто вниз сейчас. О, вижу руду. Так, здесь большой шанс, что я могу выбить золото. Или это медь? На это медь. Вот золото. А это вообще мусор. Это вообще мусор. Ух ты, Тома, замолчи. У нас все равно есть, знаете, типа время для того, чтобы быстро собрать камни вот эти. Ветер так тухнет и сразу так плохо видно. Не-не-не-не-не. Ну я типа понял. Это плохая вещь. Лучше быть с этим осторожным, на самом деле, с этими жуками. Лучше с ними быть осторожными. И давайте в эту сторону. Или желательно нет. Ну мусор там сколько, по единице стоит? Это не такой уж хороший материал. Ага. Ну, допустим, там какая-то канализация. Давай.
А, видите, у нас типа в суммарности сколько выходит? 21 бакс. Так это дешевые камни. Это все дело дешевое. Единственное, то, что мы будем очень долго с вами выбираться. Каждый раз. Но я все равно смогу прокачиваться так. Anyway. Так, давай, наверное, да. Повреждение почвы улучшим. А ну и все. Светильники нужно будет тоже покупать, потому что не вижу довольно полезные вещи. Теперь мы будем эти тоже, по идее, ваншотить предметы. Или повреждение почвы, подожди, это имеется в виду. Я могу теперь на следующий слой перейти. А нет. Хорошо. Нам еще и вода для чего-то нужна будет. А вот это вот интересно сейчас. Для чего нам вода? Тяжело отпрыгивать на другую сторону. Очень тяжело. Ух ты, там бомба какая-то, слушайте. Да, мне походу двойной прыжок нужен, либо что-то такого. Может, у меня дальше будут перки? Тогда понятно. Так, вторая технология. Сапоги скорости. Возвращение в город. Ух ты. А вот это вот прикольно. А вот это вот прикольно. Я хочу сейчас... Ай, подождите, а я лестницу ставить не могу. Зато я вот так могу смотреть. Оп. Плюс еще 32. Ну, сапоги и скорость, это довольно хорошая вещь. Я считаю. Подожди, я могу сразу на высоко? Ах ты ж ёбая. Вот это они заморочились. Но я все равно вбить вверх не могу. Anyway. А ну а если я в ту сторону просто пойду? Даже так. Сфера, она мне нужна. Скорее всего, с помощью нее могу что-то прокачивать. Ну, погнали в город. Ну, вы видите, тут свои, как бы, есть такие квестики. Первый слой у нас была обычная шахта. Здесь у нас слой каких-то печек. Или нет, подождите, это и есть первый слой. Черт, а в жизни не видел ничего подобного. Ты нашел их в той пещере? Думаю, этот Джо оставил для себя, для тебя. Может быть, если спуститься глубже, можно найти что-нибудь еще? А показал их... Так, показал их моему отцу. Иди покажи. Ну, плюс левел ап. Угольный фонарь. А значит, ты нашел одну из пещер Джо? Даже не знаю, чем он так занимался. А паровая тяга и шестеренки. Вот, я и понимаю. А он мудрился всякими странными штуками. Иногда я разрушал его... Так. Разрешал ему оставить их у меня в магазине странные светящиеся вещи. Кажется, он отнес их в пещеру, которую выкапывал еще глубже. Чего тебе? А, опа.
Скрипун, так, не забудьте восстановить здоровье. Это уже доступно. Угольный фонарь за 3. 60 секунд работы фонаря, если ты... Так. Переведен твою печку с дерева на уголь. Она будет светиться немного дольше. Мысль, я немного вот это вот момента сейчас не понимаю, потому что... С помощью этих лап можно ответить какое-нибудь важное место. Угольный фонарь. На 60 секунд работы фонаря. Если вы переведете так. Переведем твою печку на дерево, на уголь, она будет... Ага, то есть она улучшает там мой, так сказать... Я понял. Ага. Ну ты можешь это себе позволить. Смотрите, ребят, у нас, в принципе, что получается. Со следующей этой мы можем с вами прокачать несколько их. Так, у меня быстрый бег есть, это очень хорошо. Так, я где-то еще тогда пещеру видел, если так подумать. Давайте сюда. Там ничего, давайте тогда вниз. Убьем жука здесь. Мне на самом деле лучше это рюкзак улучшать. Хотя с дольше освещение мне тоже поможет. В какой-то степени. Ну, медь только дает по 2. Это слабо. Просто вы видите, если я одну изумрудину подбираю, то все. Давайте в эту пещеру пойдем. Мне интересно просто, что здесь. Так, я вижу там воду. Ух ты, как мы быстро слазим. А вот это немножко, ребята, я не врубаюсь. А не, я могу зацепиться. Но это очень тяжко. Это довольно тяжело, но это возможно. Блин. Нужно, короче, разогнаться. И схватиться за верхнюю часть. Походу это... Не, блин, ну из-за того, что здесь есть вода, значит здесь нужен какой-то новый агрегат. Видите, типа он цепляется рукой, по сути. Но с другой стороны он не цепляется. Вот. О, смог. Ну, в принципе, я думаю, я на этом и остановился. А нет, нормально. Все, изи. Изи выполнено. Можно отсюда выбираться. Ну, видно, если типа можно постараться, значит можно и попасть туда. О, свет, найс. Ну, он на одну ячейку пополняет только. Но за это время я смогу сюда прокрасться. Брать что здесь. 32. Мне не хватит на прокачку. Мне не хватит на прокачку, поэтому давайте выбираться. Самоуничтожение, я думаю, это просто мы уничтожимся, но а смысл от этого? Да, что второй уровень. Второй уровень тоже, типа, у нас обычные трубы. Но благодаря скорости я могу быстро прыгать. Так, что стоять? Что не то сделано? Сложно, сложно.
Так, набираем цвет, продаем. Да. Давайте все-таки. Или нас собер... Блин, я не знаю, либо бронзовую кирку купить себе, либо все-таки на фонарь улучшить. Давайте, я думаю, на фонарь, только давайте тогда уже это сделаем в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.